Уэйд умеет выкрутиться из любых передряг. На первый взгляд, его рассказы о Мидуэе могут показаться хвастовством. Каждый раз он излагает эту историю немного по-разному. Добавляя к своему счету то звено Зеро, то еще один авианосец. Но я читал доклады о событиях того дня. Если Уэйд и преувеличивал, то совсем чуть-чуть. Напоминаю, наша главная задача — уничтожить два японских авианосца. Одним из них займется эскадрилья «Виктор Шугар», вторым — «Виктор Бейкер». Шестая истребительная прикрывает. Повезет с погодой, они и опомниться не успеют. Если победим, весь Тихий океан наш. А теперь ступайте и потопите эти авианосцы. Мало того, что операция сложная, так еще и вся война на кону. Расслабься. Я рожден для таких дел. Ты да, но я-то нет. Vamos, Джексон. Наша птичка отремонтирована. Она уже на полетной палубе. У нее есть имя. Ты назвал самолет? Наш самолет? И мне не сказал? Ты не спрашивал. Думаешь, разведка не ошиблась с координатами? Надеюсь. Если выгорит, о нас напишут в учебник. Ха, знаешь, по-моему, в историю мне еще рано. Так что постарайся обойтись без этих своих фокусов. Фокусов? Ну ты скажешь. Пендехо. Знаешь, почему тебя еще не повысили? Ну и почему? Потому, что это не цирк Уэйда Джексона, амиго. Это война. Все хотят победить и вернуться домой. Ты, главное, стряхивай Зеро с хвоста, а я долечу. Эй, придержи подъемник! Давай, Джексон! Поднимай! Как думаешь, сколько медалей нам дадут, если все получится? Одну из них точно назовут в честь меня. Главное, помни, что ты не один. И не нарушай строй, а то оставят тебя без лычек. Этот строй мне только мешает. Что я терплю? Посмотри-ка. Погода вполне летная. Хоть бы не испортилось. Время! Мана Саламаса! Птичка ждет! Джексон, спорим на десятку, что я собью больше. Ну за... давай, не провоцируй! Проверка связи, Шукар 17. Слышу вас хорошо. СПУ работает. Дали сигнал на предполетную. Руль высоты. Проверил, в норме. Так, Джексон, теперь элероны. Правый в норме. Отлично. Теперь левый. Левый в норме. Теперь запускай двигатель. Постарайся не перегреть. Ловко курчит. Вроде нормально. Убавь обороты. Контроль 17. Взлет разрешаю. Ну все, взлетаем. Готов, Патео? Как обычно. Куда я от тебя денусь? Отлично, теперь полный газ. Отпускай тормоза. Por favor,
без фокуса. Зануда ты. Все бы тебе шуточки, Пендехо. Так ты скажешь, как его назвал? Кого? Самолет. Этот. Тебе все еще интересно? Ну, а о чем еще ты хочешь поговорить? Ха! Ладно, храни свои секреты. Шугар 10 всем, кто оторвался от строя. Тут что-то не так. Боже мой! Твою мать! Откуда тут этот чертов зеро? Наши торпедоносцы атакуют! Истребители далеко. Шокер 17, атакуйте чужих. Работаю. Ты кроешь хвост, Эрнандес? Пулемет пускай! Не подпускай их к торпедоносцам! Мэйдэй, мэйдэй, прыгаю! Джексон, бой там! Сели на хвост, помогите! Придется прыгать! Машина еле держится! Выхожу из боя! Джексон, бой там! Уже близко. Японский флот под нами. Приготовиться. Майдай, 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 майдай! Истребители, прикрывайте. Бомбардировщики, атакуйте цель. Ну погнали! Приготовиться. Вниз! Держись, Эрнандес! Держаться! Осторожно, трассеры! Высота 3000! Подальше от зениток! 2000! Бомбардировщики, мы у цели! Смотрите в прицелы! Еще чуток! Твою мать, давай же! Тяни, тяни! Отлично, 17-й. Мы влезли в осиное гнездо! Дыро налетели, придется прорываться! Наверх нельзя, там зенитки собьют. Оставайтесь внизу. Снова запускаю дыро. Их здесь слишком много. Зеро на хвосте. За мной, должок. Черт! Не уйдешь. У них подкрепление. Еще цели. Пролетит дорог.
новые Зеро. Они валят нас по одному! Сними его с хвоста! Отличный выстрел! Все торпедоносцы сбиты. Атакуют! Надо набрать высоту! Виктор Тейр не отвечает. Сколько их уже потеряли? На помощь! Высоту и идем на второй заход. У нас на хвосте! Вот жопа! Они по нам стреляют! Быстрее! Почти оторвались! Еще чуть-чуть!
скорее сорвиголовой, чем героем. И в этом его противоречие. Он один из лучших асов этой войны, но вел себя как одиночка и сам не признавал этого. Убери руки! Привет. Не бросайтесь на меня все сразу. Я в норме. Какая милая дружеская встреча. Вы солгали? Мы считали, что он погиб. Так что отвалите. Неужели? Не советую мне лгать. Что вы делаете? Отойдите! Уберите руки! Фразингер, это измена! Измена на самом верху! Фразингер! Вы не дослушали до конца! Не трогайте меня! Фразингер! Что происходит? Гитлер мертв. Когда? Как? Союзники? Если верить докладам, он покончил с собой. Но без фюрера нам конец. Не факт. Вам удалось что-то выяснить? Как вы и предполагали, американец был шестым. Но, кажется, я их все-таки сломал. Так больно видеть осквернение отчизны. Эти дикари с востока. Нам здесь больше нет места. Чтобы Рейх смог выжить, мне нужен безопасный коридор в Темпергов. Я рассчитывал на вас, Рихтер. Но вы меня подвели. Нет! Нет, нет, Герд, нет! Я сделаю все необходимое! Клянусь вам! Времени мало. Понимаю. Майн фюрер. Я его убью. Рихтер крепко насел. Времени мало. Я пытался добыть нам самолет, но не вышло. А когда добрался сюда, вы были уже под замком. Так что я одолжил бомбу у русских и сдался властям. Осталось около часа, и стена взорвется, и мы сможем уйти. Если доживем. Тупой летун. Ему нельзя довериться. Тупой ас, ты хотела сказать. Соглашусь с леди, что ты понимаешь во взрывчатке. А? Ну тогда идите нафиг. Ему все же можно верить. Вот видишь? Уэйд выведет нас отсюда. С документами.